Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с профессиональными инструментами. А конкретно вы видите упаковку Bosch. Это шуруповерт, причем второго поколения, Push & Go, которую можно использовать в качестве вспомогательного и ускорительного процесса для того, чтобы откручивать-закручивать соответствующие винты, саморезы и так далее. В зависимости от того, что вам нужно открутить либо закрутить. Пришло это все с AliExpress достаточно быстро, потому что все это осуществлялось со склада в Российской Федерации. И пришла она вот в таком состоянии. Причем снаружи была просто прямоугольная упаковка из картона. В результате чего внутри сохранилась данная упаковка. Так, ну что из себя представляет? Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Данная упаковочка, давайте сейчас посмотрим. Обычная упаковка для фирмы Bosch. Здесь состав, то, что находится внутри. То есть помимо самого шуруповерта находится еще кейс, две биты соответствующего размера и USB кабель для того, чтобы заряжать. Комплектной зарядки, увы, нету. Так, ну и с другой стороны, давайте тоже посмотрим, то есть для каких целей она предназначена. Для раскрутки различных электронных гаджетов, там, ноутбуков. Можно использовать в электрике, можно использовать в бытовой технике. И как вспомогательный вариант, сборка, разборка мебели. Что достаточно хорошо и положительно. Существуют соответствующие пломбы, которые говорят о качестве данного изделия. Ну и вот здесь вот краткая характеристика, имеется в виду состав, что данный шуруповерт может. А конкретно вставляется в него биты 1/4 дюйма. Дальше есть электрический стоп, в случае чего. Дальше изменение скорости. Дальше кнопка включить-выключить. Дальше центральное положение это зафиксировать. Ну, так бы под ключом, чтобы у вас ничего не работало. Дальше это у вас идет показание зарядка батареи, аккумулятора. Здесь может переключаться как в прямую сторону, так и в обратную сторону, то есть forward, reverse. И показано, где находится USB зарядка для того, чтобы заряжать ваш шуруповерт. Основные характеристики это 3,6 вольта воспринимает ньютонометров. Скорость 360 оборотов, батарейка на 1,5 ампер-часов, максимальный диаметр 5 мм. И происходит, имеется в виду, зарядка от 60-90 минут, это 80-100%. 0,31 кг и размеры 190 на 40. Вот такая вот у нас упаковочка представлена. Ну, давайте откроем, посмотрим, что находится внутри. Так, внутри у нас располагается непосредственно сама отвертка. Вот она такого типа. Все, что здесь указано, продемонстрировано. То есть USB микро для того, чтобы заряжать. Значит, прорезинена поверхность. Здесь располагается у нас информация. Краткое изменение скорости. Минимальный до максимальный. Дальше включение. Кстати, мигает. Не знаю, видно, не видно зеленым цветом. Так, вот такого типа. То есть и при нажатии оно тоже производит вращение. Так, вот такая вот отверточка. Дальше внутри у нас находится кейс сам, для того, чтобы здесь хранить. Ну и внутри находятся две биты. Давайте одну возьмем. Ну, здесь тоже намагниченный вариант, чтобы использовать.
продемонстрировано, как она работает. Стандартная у нас коробка, закрывающаяся такого плана. И вот, кстати, внутри находится кабель. Внутри кабель. То есть микро USB и USB-A. Так, и еще у нас находится внутри. Это у нас сертификат действия данного изделия до 23.08.22. Ну, то есть еще есть 7 месяцев, чтобы купить. Вот такая инструкция. Здесь есть различные языки, в том числе и русский. И краткая, наверное. Честно говоря, непонятно, зачем такую большую сделали инструкцию, сколько перевели веса, потом на бумаге. Можно было сделать это как в электронном виде. Достаточно хорошая, удобная, компактная. Единственный минус, здесь аккумулятор находится внутри, его нужно выпаивать, при этом достаточно просто все достается. Ну и аккумулятор 18650, стандартный литий-ионный аккумулятор. Давайте попробуем что-нибудь закрутить. Для этого сейчас подготовим некоторые элементы для того, чтобы это осуществить. Я уже не буду разбирать полностью эту отвертку. При желании можно это найти все на других видео. Ну, а в данном варианте просто представлена данный вид отвертки. Ну и посмотрим, как она у нас закручивает. Да, я тут не буду ее, соответственно, выкручивать на максимум. То есть, чтобы у вас показать, сколько заряд держит и так далее. Все зависит от того, какое дерево, куда вкручиваете, какие саморезы и так далее. То есть все индивидуально. Поэтому давайте сейчас посмотрим, как это все дело работает.
Итак, я вам продемонстрировал возможности отвертки шуруповерта Bosch Push & Go второй версии. Что из себя представляет, как функционирует. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.